Мы на месте. Мы приветствуем Эстер. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она как кукла стоит из стороны в сторону, лицо так бок, как крутит. У нее руки согнуты в локтях вверх, и пальцы на ладошке зажимает, разжимает. Она меня слышит? Нет. Хорошо. Сканер, просканируй сейчас. Эстер, подсвечивай все эти подключки, которые в ней подключены, все конструкции, все это подсвечивается красным цветом. Выводи это все из биополя, отключая полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора. Все это выходит и формируется перед Эстер в шар. На нее перчатки на руках. Выходит на голове, как шлем, маска такой снимается. И сердце выходит, как типа ножа что-то. Все выходит. Острое. Вот сегодня кто-то этот нож получит. Складывается ощущение. Готово. Отправляю все это в клетку-тюрьму. Эстер, вы меня слышите? Зови еще раз. Эстер? Эстер, слышите меня? Эстер? Да, кто это говорит? Это говорит Влад. Вы ко мне обратились за помощью на счет чистки вашего биополя. Мы пришли вам помочь. Меня захватил кто-то, и я не могу понять, где я, где он. Эстер, мы сегодня... Вы уже доверились нам. Мы вытащим все, кто к вам подсоединен. Мы уже знаем, кто это. Мы просим вашего разрешения на диагностику и чистку. Вы должны подтвердить свое намерение. Я хочу почиститься. Отлично. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Эстер, под ногами 360 градусов вокруг нее. Все 7 тонких тел Эстер находит все. Ну, к этим артефактам притянулся гуманоид, к перчаткам маски. Хорошо. Кто здесь еще? Инкуб и бес еще. Инкуб. Какой бес? 12. Это не бес, это демон. Демон, да. Демон 12. Еще кто? Да, инкуб и демон. Хорошо, демон, у тебя контракт есть с человеком, с Эстер? Нет, но его легко сделать. Я у тебя, ну, не спрашивал. Я тебя спросил, есть нет. У тебя... Все, так и отвечаю. Нет контракта. Если хочешь уйти целым. Сколько ты находишься в биополе, демон? 2 года. Сколько инкуб находится? 5 месяцев. 5 месяцев. Откуда гуманоид? Кута. Кута. Сколько ты находишься в этом биополе? 3 года. Хорошо, гуманоид. У меня к тебе будет отдельный разговор. Тот, кто тебя послал сюда, его уже больше нет. И никогда больше не будет. Ты шептал человеку на ухо, чтобы он покончил жизнь самоубийством. Ты склонял его к этому? Он показывает. Ой, вот эта маска, которая на лице, он ее затягивал сзади. И не на ухо он шептал, а открыто говорил. И он запугивал. Вот. Эстер, вы меня слышите? Да. Вы видите тех, кто в клетке сейчас находится рядом с вами? Бежану не знаю, кто они. Один из них гуманоид. Он, в принципе, и шептал вам насчет самоубийства. Открыто говорил вам, чтобы вы это сделали. Зачем? Для того, чтобы довести вас до самоубийства. Мой вопрос. Вы хотите вернуть этому гуманоиду всю эту боль, все эти ощущения, которые вы за эти 3 года его присутствия в своем биополе получили. Этот нож, который он вам вставил в сердце, в сердечную чакру и все остальные подключки. И дать ему прочувствовать то, что он с вами сделал эти 3 года. Это я может хочу быть... вернуть, я не знаю как. Это я сделаю. Мне от вас надо согласие на то, что вы хотите вернуть ему всю боль, которую вы от него получили. Это не только боль. Много лишних чувств. Все эти чувства мы вернем ему. Мне надо ваше согласие, Эстер. Да. Отлично. Хорошо. Начинаем работать, гуманоид. Тебя ожидают сегодня незабываемые впечатления. Ты почувствовал себя творцом, абсолютом. Я тебе сегодня буду доказывать, что это не совсем так. И даже, скорее всего, наоборот. У нас подключки все вытащены, Вера. Ничего мешать не будет работе. Посмотри. Демона есть в ногах, веревки, а так ничего. Ну, веревки не будут мешать. Хорошо. Даю команду тонкой копии Эстер спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. Каналы выстраиваются также и к конструкции гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Эстер. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилию потоки в 100 раз. Сканер, дай мне полноту души, пожалуйста, Эстер, на настоящий момент. 92. 8%. Что возвращается в конструкцию, Вера? Но здесь куча мыслей очень спутанных, наплывающих одна на другую, ни одна не законченная.
Слушай внимательно, гуманоид, что у тебя через пару минут с тобой случится. Все эти ощущения ты будешь переживать по той причине, что есть закон кармы. Понимаешь? Сделал плохое – получи назад. А ты убивал человека, доводил его до самоубийства. Тебе пощады не будет сегодня. Сущность паразитарная. На ребенка нападает. Ты хочешь сказать, сколько нагрешил, столько пострадал? По отношению к этой душе. На нас эти законы не действуют. Ты знаешь, что 2 часа назад в этой же клетке стоял точно такой же гуманоид, который тоже говорил мне, что на нас эти законы не действуют, и мою конструкцию ты не можешь никак перепрограммировать. И тем не менее, его почти живого забрали. Вот так вот я тебе скажу. Он ошибся. То же Реверс самое. Закончился. И ты ошибаешься. Установили фильтр с золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса. Эстер забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Эстер себе обратно. Она хозяйка своих энергий. Возвращает все свое себе обратно. Забираем из конструкции гуманоида частички, материал, все родные энергии. Все, что находится на ее чистоте, возвращается назад. Но из конструкции возвращаются энергии, такие приятные, вибрирующие руки. В сердце и в голову идут, разливаются по всем телам. Готово. Сканер, просканируй полноту души на настоящий момент. 100%. 100%. Хорошо, идем дальше. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Демон, выходи, снимай все свои веревки, отключайся полностью, все подключки снимай, возвращайся в клетку, тюрьму, докладывай о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Если что-то останется или ты забудешь, ты просто сгоришь в этой клетке, я тебя предупредил. Ноги он путал, ей запутаны у него, как нитками связаны, но не туго, а именно запутаны. Хорошо. Чтоб шла маленькими шагами и не знала, в какую сторону. Ты снял? Инкуб, выходи. Отключайся полностью, возвращайся назад. У нее какой-то ремень тяжелый снял сниз живота. Хорошо. Сканер, просканируй Эстер на чистоте гуманоида и его конструкции. Не осталось ли что-то незамеченным, что мы еще не вытащили? Если находишь, выводи, вытаскивай. Чисто. Даю команду на рассинхронизацию Эстер с гуманоидом, его конструкцией, инкубом и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Эстер, помогаемой энергии отсигнуть ей все каналы на счет 3. 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы. Открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Хорошо. Инкуб, ты больше никогда в это биополе не придешь, или ты сгоришь. Тебе это понятно? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Демон, я сейчас открою тебе портал в квартиру. Ты соберешь все, что ты там оставил. Его все свои... нет в квартире. Его нет в квартире? Нет. Хорошо. Если тебя нет в квартире, демон, значит, ты тоже больше никогда не придешь в это биополе. Для тебя точно так же, как для инкуба, это смертельно. Если я при проверке найду тебя, ответ будет один. Прямой, моментально уйдешь в галактическое ядро. Все понятно? Понятно. Открывается портал внизу на чистоте демона. 1, 2, 3. Уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо. Эстер, возвращаемся к нашему разговору. Насчет гуманоида вы изъявили свое желание, что вы хотите ему вернуть все эти боли, все эти ощущения, все, что чужое вы получили от него, все эти навязчивые идеи. Подтвердите это. Она говорит, что эти все ощущения сидят в ней, как паук, и сдавливает ее. И она спрашивает, можно ли она этого паука снимет и отдаст ему. Именно так она видит свои ощущения. Я просто дам определенные команды, и этот паук перейдет в него. Классно. Отлично. Да будет ваша воля. Итак, выстраивается прямой канал от Эстер к этому гуманоиду. По этому каналу она отправляет ему все эти ощущения. Этого паука он идет туда. Перепрограммируя его конструкцию, она входит в его биополе. Все артефакты устанавливаются точно в тех же местах, которые были установлены в Эстер. И в течение 1 минуты Эстер дает мощнейший откат, все ощущения, все негативное, все патогенное, все, что она получила от гуманоида через его конструкцию, возвращается назад на счет 3. 1, 2, 3. Пошел поток энергии. Все назад возвращает гуманоид, в течение 1 минуты испытывает все эти ощущения, которые Эстер испытывала за все эти долгие 3 года.
Он получает точно такие ощущения страха. Ему все действует на него, как и он запрограммировал. Все идет назад. Но у него действительно как будто паук где-то сзади с шеи сошел, и он облепил этого гуманоида, его трясет. Я даже не вижу, что там с ним происходит. Реверс останавливается автоматически, когда 100% були, которую получила Эстер, из страха вернуться назад. Но вот этот паук, он как живой, он заходит в него внутрь, как уменьшается, но в то же время он в гуманоиде остается. Страх вот этот, он как живой. Хорошо. Закончилось? Да. Здесь мы закончили. Гуманоид, ты не хочешь извиниться перед Эстер за причиненный ущерб? Или он не может разговаривать? Он не может. Этот паук, он внутри его дергает так же, как дергал Эстер, то в одну сторону, то в другую. Вот. Это называется причинно-следственная связь. Если бы тебя здесь не было в ее биополе, ты бы не испытывал эти ощущения. Если бы ты не делал зла, ты бы не получил бы того, что ты сделал. Хорошо, я с тобой закончил. Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. На связи. У меня здесь гуманоид, ты меня прости, конечно, но он человека, ребенка, он склонял к самоубийству, 3 года сидел. Я ему дал почувствовать все эти ощущения, которые он этому ребенку давал. У человека была уже попытка самоубийства. Вот такая вот ситуация. Он поставил конструкцию, нож был в сердечной чакре, команда была, ты знаешь, какая, от ящера. Вот это все члены одной команды. Это все на нем, я так понимаю. Если ты хочешь, я могу вывести. Да, это все на нем. Мы только вернули то, что она мы получила. Мы забираем, как есть. Благодарю тебя. Готово. Отлично. Клетка пустая, да, Вера? Да. Ну вот и хорошо. Выходит эмоциональный фантом Эстер, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоаббрационные эмоциональные энергии. Низкоаббрационная ересь, сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У нее фантом, он очень хаотичный, потому что у нее малейший страх, и у нее внутри все трясется. А еще он наполнен какими-то медицинскими препаратами, этот фантом. Депрессии вот много. Да, вот я думаю, вам таблетки больше после этого сеанса не нужны будут. Эстер, вы видите, эти таблетки остаются все-таки в вашем биополе. А эти вибрации, энергии, которые вы видите, черные, темные, они хаотичны. Это энергии, которые вы сами сгенерировали. Вы готовы от них отказаться? Конечно. Выдавливаю этот шар. Сворачиваю его в шар этой энергии, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Все. Поехали по частотам. Переходим на частоту неупокоенные бесплотные души. Часто. Переходим на частоту бесплотные подселенцы. Здесь есть что-то, но мне кажется, это фантомы в голове. У нее какие-то мыслеформы такие устрашающие. Выдавливаем этот фантом, летит в клетку-тюрьму. Выстраиваю канал от этого фантома. Если кто-то стоит ответственный за этим фантомом, притягивается в клетку-тюрьму. Наверное, никто не притянется. Не притянется, это гуманоидное, последствия гуманоидного внушения. Хорошо. Открываю под этим фантомом воронку в галактическое ядро, и фантом уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю. Распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо. Эстер, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я не могу описать. Мне радостно, и я давно не была так счастлива. Причины всего этого мы сегодня узнали, виновных наказали. Единственное, что я хотел от себя еще добавить, прекращайте пить эти таблетки, которые вам дают. Они вам больше не нужны. Эти таблетки будут больше вредят вашему биополю. Как видите, сущностям абсолютно все равно, какие таблетки вы пьете. Они еще от этого получают свое удовольствие. Поэтому они вам больше не нужны, сущности нет. Начинайте работать со своими энергиями. Чем раньше вы начнете, тем скорее вы научитесь этому. Заправляйте себя энергиями. Как заправлять, мы показали в этом сеансе. Поднимайте вибрации. Если есть какое-то негативное состояние или страх, выдавливайте его и сбрасывайте в галактическое ядро. Потом закрывайте это галактическое ядро, как мы показали в этом сеансе. И вы всегда будете чисты, а родные энергии вас излечат по-любому. И это является вашей самой сильной защитой. Если вы знаете о своих энергиях и чувствуете их, не забывайте визуализировать, ни одна сущность не сможет так легко к вам пробиться. Все понятно? Да, мне очень нравится мое состояние. Это тихое счастье внутри меня. Это и есть то состояние, тихое счастье внутри меня.